Если гражданин, допустим, Республики Армения, либо Молдовии, ну, неважно, какой страны, нарушил правила дорожного движения, к нему будут привлечены меры административного воздействия, такие же, как и гражданам Российской Федерации. Но если иностранный гражданин нарушил правила дорожного движения несколько раз, то данный гражданин будет выдворен из нашей страны, либо на границе не допущен к въезду в нашу страну. В дальнейшем базы ГИБДД, по базам ГИБДД можно будет проверить граждан, въезжающих в нашу страну, по нарушениям. Если данный гражданин нарушал неоднократно правила дорожного движения, то в страну он, въезд ему будет ограничен.